Опять наступило утро 26 числа июля месяца. Мы на славянском курорте, соленое озеро Вейсовое. Отдыхающих в это время поменьше по сравнению с прошлыми разами, когда мы тоже здесь были так рано и тоже снимали всю эту картину курортного сезона в городе Славянск. Температура стала чуть-чуть другая. Ночью уже 15 градусов, днем до 30, но все это внесло свои коррективы. И с утра можно наблюдать вот такую вот картину. Людей поменьше, но все же какие-никакие отдыхающие присутствуют на пляже, занимаются своими обыденными делами, гуляют, купаются. Вот кто-то развесил красные шарики на палочке. Бетонный столб возвышается над поверхностью воды. Вообще на дне много всяких разных находок. Можно найти, если ходить даже просто ногами. И каменные, и из дерева, и бетонные, и металлические. Интересно, если озеро высушить, посмотреть, что там находится. Да, птичек.